Мы сейчас находимся в нашей производственной лаборатории. У нас находятся здесь три специалиста: гидрохимик, гидробиолог и ихтиопатолог. Лаборатория наша сейчас оборудована всем необходимым материалом, инструментами и приборами для того, чтобы мы полностью могли мониторить технологию выращивания рыбы, начиная с качества воды, температуры воды. Также мы исследуем кормовую базу для наших рыб, а также ихтиопатологическое состояние тех водных объектов, которые мы выращиваем на нашем заводе. Вы сейчас видите, как работает наш ихтиопатолог. Цель исследования, значит, мы сейчас исследуем пищеводы и внутренние органы растительноядных рыб, белого пестрого толстолобика, белого амура, а также мы сейчас исследуем состояние половых продуктов у производителей щуки. Кстати, вот то, что мы с вами говорили перед этим, производители щуки сейчас, даже там, скорее всего, что, ну, хотя можно назвать производителями, потому что это половозрелые особи. Вот это годовики. Это щука, которой ровно один год от рождения. Еще в апреле-марте прошлого года эта щука была икринкой. Сейчас эта особь достигла половой зрелости, и мы видим половые продукты. Видите, половые продукты развитые. Удельный вес половых продуктов составляет от 15 до 20% к массе тела. Сейчас вы видите самку щуки, вы видите ястыки, еще они по-научному называются гонады, где заложены икринки. Видите анатомические особенности строения тела щуки. Я могу пройти. Вот это печень щуки, вот это плавательный пузырь, под ним находятся почки. И видите две гонады, в которой расположена созревшая икра. Практически сейчас икра находится в последней стадии зрелости. Сейчас уже на заводе идет групповой нерест щуки и уже откладывается икра. Наш ихтиопатолог обследует еще данные экземпляры на предмет не только физиологического состояния, а на предмет и болезней. В первую очередь большое внимание уделяется наличию эктопаразитов, жаберных паразитов, развитию внутренних органов. Также мы обследуем еще на паразиты, которые могут находиться во внутренних органах, а также еще на некоторые виды болезней, лечение которых мы можем обеспечить. Если часто встречается сложная этиология, то мы обращаемся в специально уполномоченный орган государственной ветеринарной медицины для определения вирусной природы заболеваний, бактериальной и, ну, прочих там простейших возбудителей. Да. У толстолобика, смотрите, и у белого амура мы видим, вот, смотрите, пищевод, кишечник, вот, который вот потянут, видите, вот белым жиром. Это говорит о высокой упитанности рыбы, потому что после зимовки, как правило, вся рыба тощая. Да. Это говорит, что рыба очень хорошо ушла в зимовку, и результат зимовки тоже был хороший, потому что, по всей видимости, были благоприятные метеоусловия, и мы могли обеспечить достаточно правильно рассчитанную плотность посадки на зимовку рыбы и контролировать все параметры гидрохимии и гидробиологии среды обитания воды этой рыбы. Что такое, собственно говоря, сам ремонт? Ремонт – это замена выбывших производителей, которые могут в силу биологических причин погибнуть после нереста, или же будут выбракованы в силу того, что у них уже достаточно почтенный возраст, или они, допустим, не соответствуют требованиям экстерьера, ну и другим требованиям к производителям. Вот мы сейчас видим, где-то, по всей видимости, наверное, это двухлетние особи белого амура и пестрого толстолобика. Значит, мы сейчас, и также карпа. Сейчас каждый производитель и ремонтное поголовье имеет свои индексы. То есть такой алгоритм отношения массы тела к размерам. Также есть к размерам головы, хвоста, упитанности. Если рыба не соответствует этим индексам, она выбраковывается, потому что только качественное потомство могут дать качественные родители, полноценные, которые мы выбираем путем искусственного отбора. Вот средняя масса вот этих рыбок, ну, я бы так даже сказал бы меньше. Вот кило 800, кило 900. Белые амуры у нас, по всей видимости, грамм по 500, наверное. 900, ну, теряю квалификацию немножко, видите там. А вот эти карпики где-то грамм по 350-400. Ну, видите, все-таки дисквалификация присутствует, да, нужно чаще доработать с рыбой, да.
сейчас увидите работу нашего гидрохимика. Сейчас идет как раз процесс определения растворенного кислорода в воде, идет титрование. Вы определяете окисляемость или только кислород сейчас? Сейчас кислород определяем и щелочность. А еще pH воды, да? У нас pH меняется в процессе вегетации. У нас поначалу получается pH в сторону нейтрального, а к осени щелочная реакция у нас получается, да? Щелочная, да. Сколько лет работаешь на заводе? 26. 26 лет. Наши специалисты очень квалифицированы, они имеют специальное образование и большой опыт работы, практический опыт на заводе. Кстати, у вас еще есть уникальная возможность посмотреть образцы кормовой базы. Это то есть те простейшие микроорганизмы, которые питаются толстолобиком. Здесь очень хорошо сейчас видно зоопланктон. Смотрите, он прямо движется сейчас, вот, если снимать вот так на свет. Он представлен дафниями, циклопы дафний, а здесь сейчас идет хорошее развитие коловраток. В принципе, мы определяем не только видовой состав зоопланктона, а также его массу, так? Биомассу. Сейчас отличается биомасса от нормативных показателей или соответствует норме? Да. Наш специалист, вот видите, есть специальные определители, каталоги. Есть у нас образцы зоопланктона, которые мы отбираем в наших прудах, бинокуляр. И это все смотрится по признакам, сравнивается, определяется, какие виды на данный период доминируют и какая его удельная масса в единице объеме воды. Также определяется еще содержание кишечника рыб, то есть какими видами живых организмов питаются данные наши особи. Точно так же извлекаются непереварившиеся экземпляры планктона, зоопланктона, исследуется и то же самое. Потому что, знаете, в воде может быть одни виды, а рыба может питаться немножко другими. И мы смотрим, какие виды живых организмов доминируют в данный период в рационе рыбы. В 2006 году, когда я сюда пришел, это февраль месяц был, в моем директорском кабинете была температура минус 20. Да, и когда был на улице ветер, в кабинете подымали занавески, потому что не хватало стекол. Но сейчас, конечно, все кардинально изменилось. Там, вот посмотрите, ремонты мы начинали в первую очередь с кабинетов главных рыбоводов и заместителей. Ну, здесь все, в принципе, строго официально, так и положено. Ну, все есть для того, чтобы наши специалисты могли работать. Я единственное, что во всех мы сделали такой ремонт. У себя в кабинете я оставил, так сказать, интерьер, потому что я здесь третий директор. Немножко должно быть немножко истории здесь, так чтобы сохранили. Заходите. У нас сегодня немножко там отопитель сломался, немножко прохладно. Значит, это кабинет директора. Здесь вот эта отделка еще, видите, в стиле ретро, ей больше 20 лет. Все. Единственное, что мы поменяли здесь стеклопакеты, поставили мебель, конечно. А так все осталось, в принципе, еще в тех традициях, которые строился завод. Вот эти государственные награды, медали, это лицо нашего завода, это путь, который мы прошли с 2006 года по 2015 год. Здесь есть золотые медали на выставке Агро 2012-2015. Есть от кабинета министров благодарности, есть поощрение. Ну, это путь нашего коллектива. Я считаю, что мы здесь недаром едим государственный хлеб, мы для этого еще и делаем. Кстати, ну, там, может, я так чисто лично покажу. Это подсобка, которая сохранилась еще с времен Богдана Степановича, вернее, Степана Трофимовича Артющика. Это отца Богдана. Здесь, кстати, вот видите, еще обыто сукном Советского Союза. Вот этому там уже больше, наверное, 30 лет. Это история завода. Так. Ну, это... Вот здесь остался стул, где сидел Артющик Степан Трофимович. Вот он сидел на этом стуле. Я был молодым, я сидел вот здесь. Вот это все осталось еще с тех времен, конечно, советских. Да. Мы здесь планируем, у нас уже есть достаточный материал, чтобы сделать здесь небольшой музей истории завода. Значит, у нас компьютерная сеть на заводе. Значит, у нас все специалисты обученные. Так, закрыто это, Людмила. Значит, у нас находятся вот
здесь рабочих. Борис Федорович, мы знакомим наших гостей с обстановкой, где работают наши специалисты. Здесь находятся наши специалисты, кабинет. Вот кабинет главного бухгалтера, но она... Екатерина Семеновна, хотим посмотреть ваш кабинет, телевидение у нас это все. Это наш главный бухгалтер Екатерина Семеновна. Сколько вы лет работаете на заводе, Екатерина Семеновна? 20 лет. Так это наша бухгалтерия. Здравствуйте. Телевидение наше приехало киевское. Хотят ознакомить Украину с нашим заводом, как мы живем и работаем. Это наша бухгалтерия. У нас, видите, стол сразу сидят втроем. Вот легко и работать, и поговорить есть о чем всегда через стол так, друг с другом. Знаете, мы находимся вдали от населенных пунктов. Если раньше еще, знаете, были вот колхозно-совхозная система, где можно было пойти где-то в колхоз, поехать что-то сделать, то сейчас нам надеяться не на кого, и мы надеемся только сами на себя. Мы полностью обеспечены в наш производственный процесс всем необходимым. Мы выполняем сложнейшие сварочные работы, токарные работы, столярные работы, слесарные работы. У нас есть своя бригада, которая ремонтирует и содержит в рабочем состоянии наши помещения. Мы надеемся только на себя и нам все делаем. Кстати, даже вот эту плитку укладывали наши работники. Все. Те люди, которые показывают что свою именно профессиональность, и которые мы их, конечно, премируем, поощряем, ну, потому у нас и порядок, наверное, здесь. Так, можем ехать. Вот это наше бассейновое хозяйство здесь. Ну, это будет работать в мае месяце. Сейчас, конечно, оно так, в таком сануленном состоянии. Там находится там все. Общая площадь завода составляет 1000 гектар, из них водного зеркала 800 гектар. Здесь находятся все категории прудов, необходимые для выращивания рыбы, которые себя включают. Воросные пруды второго порядка, это средней площадью 100 гектар, таких прудов у нас 6. Воросные пруды первого порядка, это 4 пруда площадью 20 гектар. А также другие категории прудов, это летнематочные, карантинные, нерестовики, там, мальковые. Ну и так далее. Здравствуйте. Это дополнительный отбор производителей щуки для посад мальково-нерестовые пруды. Здесь присутствует главный рыбовод, присутствуют рыбоводы первого порядка, а также присутствует рыбовод-селекционер, который сейчас будет производить бонитировку производителей. Значит, в чем заключается бонитировка? Рыба отбирается в первую очередь по половым признакам, то есть самцы, самки отдельно отбираются, ну а также по признакам интерьера, и, вернее экстерьера, а также специальных индексов. Практически основная масса производителей у нас уже посажена на нерест, уже происходит групповой нерест. Это у нас идет дополнительный вариант работы, а также подстраховка, чтобы у нас не было потерь и пропущенных прудов. Ну, это самец, конечно, там видно, если даже... Самец. Да, самец. На одну самку половозрелую мы садим где-то от 3 до 4 штук самцов. Как правило, самцы меньше по массе, чем самка. Кстати, особенности еще нереста щуки, что присутствует явление каннибализма и между производителями. Как правило, самка половину самцов съедает. Как в жизни. Ну, здесь в основном самцы, да? В основном, да, нам не хватило. Нам не хватает самцов, то это самцы. Ну, самцы, да. Да. Как правило, самка где-то массой 2-3 килограмма, а самцы могут быть и намного меньше. Главное, чтобы они были половозрелыми. Можно подойти ближе, здесь вот смотрите, грязь небольшая, чтобы снять ее прямо вот здесь. Здравствуйте, ближе. Так, немножко так, ага, так. Или подсушите так немножко, чтобы их было видно, так еще. Не спеша, подсушите. Оттуда сюда немножечко подожмите. А вот эту часть немножко опустите. Угу. Да ну выскочит, значит им повезло, да. О,
Красота какая, смотрите. Ну, у вас сюжет будет лихой, да? Вы как раз вот показывали конечный, и вот это откуда начинается и где заканчивается. В общем, это, наверное, сам Бог велел, чтобы это... Красота, да? Коллеги, вот эта группа специалистов-журналистов, они все время снимают вот эти чемпионаты по рыбалке на Днепре, по щук. Ну, конец всем показывает. Теперь увидели начало, откуда наберется. От нас. Вы рассматриваете сиголетки, то есть мальки прошлого лета, сиголета. Значит, это таких прудов у нас здесь 4, они каждой площадью по 20 гектар. Мы сейчас видим спуск пруда площадью 20 гектар. Здесь рыба, которая представлена толстолобиками, карпом и белыми амурами, это годовики. То есть рыба, которая прожила год. Она здесь находится с мая месяца по март. Сейчас эта рыба вылавливается, и она перевозится в выросные пруды второго порядка, где она будет выращиваться до двухлетки, до осени, и после этого рыба будет выпущена в водоемы общегосударственного значения. Это река Нижний Днепр, а также каскад водохранилищ Днепровских, в том числе начиная с Киевского водохранилища, заканчивая Каховским водохранилищем. Да, вот технология, вот видите, стерня такая осталась. Это прошлогодняя стерня. Это специально пруды, когда высохнут. Здесь работают дисковые бороны, работают культиваторы. Потом засевается ячменем. Когда ячмень вырастает где-то сантиметров 20-30, пруд заливается водой и садится личинка. Для чего выращивается, засевается пруды ячменем? Для того, чтобы простимулировать неестественную кормовую базу. Потому что при разложении органики идет массовое развитие зоо и фитопланктона. Сейчас вы видите уловитель, в который спускается вода и спущенные годовики. Здесь все производственные процессы максимально механизированы. Стоит кран «Пионер», чтобы рыбу поднимать не вручную. Стоят специальные каплеры, максимально, чтобы не допустить потерь биоресурсов и механизировать именно ручной труд. В выросных прудах второго порядка, вот эта молодь, которая сейчас имеет навеску около 20 грамм, она уже к осени 2015 года будет соответствовать стандартной навеске 100-120 грамм. Вот это где-то будет порядка, я думаю, где-то 20-30 сантиметров, и потом двухлетки будут выпущены водоемы общего государственного значения. В чем особенность Новокаховского рыбзавода? Это последняя стройка крупнейшего рыбного объекта времен Советского Союза. На сегодняшний день он и сейчас одно из самых современных предприятий Агентства рыбного хозяйства Украины. Вы сейчас увидите центральный гидротехнический узел, это рыбоуловитель. Для чего он построен? Чтобы механизировать производственные процессы и без потерь в короткое время делать отгрузку больших объемов рыбы для ее дальнейшей транспортировки. Особенность рыболовителя, что он состоит из двух камер, есть специальное подгонное устройство, есть подъемные устройства, которые представлены тельферами. Здесь во время спуска воды ставится система аэрации. По периметру стоят специальные
пластиковые шланги, в которых находятся распылители, и идет воздушно-капельная аэрация воды. Для чего это нужно? Потому что большая концентрация рыбы, и бывает часто при высоких температурах, рыба испытывает дефицит растворенного кислорода. Система аэрации, которая делает это искусственно, то есть этот фактор риска практически сводит там к нулю. Вот под этим навесом находится государственная комиссия, вот, которая осуществляет контроль над отгрузкой рыбы. Здесь сидят специалисты, здесь стоят весы. Вот с двух сторон, слева-справа, подъезжает специализированный автотранспорт. Рыба поднимается отсюда тельферами, ставится на весы, взвешивается. Поднимается, идет загрузка автомобиля специального, и автотранспорт уходит. У нас в пиковые моменты отгрузки, отгрузка в сутки достигает 20-30 тонн двухлетков растительноядных рыб. Это очень большое количество, и, конечно, вручную такое количество рыбы погрузить за такой короткий период практически невозможно. Только с помощью средств механизации. Сейчас мы находимся на воростных прудах второго порядка. Сейчас идет процесс заполнения их водой и зарыбления рыбопосадочным материалом. На сегодняшний день у нас заполнено три пруда общей площадью 380 гектар. Они зарыблены поликультурой растительноядных рыб и карпа согласно нормативам. Особенности наших прудов, вот можете смотреть, сейчас это полностью пруд номер 3, он уже у нас максимально заполнен водой. Пруд номер 4 максимально заполнен, пруд номер 6 у нас в процессе заполнения. И у нас еще остаются пруд номер 5 площадью 100 гектар, пруд номер 2 и пруд номер 1. Но они будут заполняться под зарыбление сихолетками. Сейчас у нас немножко происходит такой процесс замещения выращивания двухлетков сихолетками. Потому что выращивание сихолетков более эффективно и позволяет значительно увеличить количество выпускаемого посадочного материала за счет выращивания вместо двух лет один год, что позволяет более эффективно еще использовать бюджетные средства и значительно увеличить объемы выпуска посадочного материала разных видов рыб в реку Днепр. Можем пройти сюда, посмотрите, как вот. Особенность этого проекта, что заполнение водой и сброс воды осуществляется практически в одном и том же месте. Вот это самая высокая точка нашего завода. Здесь идет подача воды. Вода прямо из Днепра самотеком через насосную станцию попадает в наши пруды. А вот это самое низкое место нашего завода. Осенью здесь открывается, вот видите, 1, 2, 3 специальные затвора. И здесь начинает выходить рыба вместе с водой. Вообще зрелище феерическое, конечно. Это все залито водой. Сюда выходят десятки тонн рыбы. Бывают такие моменты пиковые, когда выходит рыба, и здесь получается рыбы больше, чем воды. Дальше вода уходит через решетки по каналу, попадает на насосную станцию. Рыба поворачивается через систему гидросооружений и заходит в рыболовитель, который мы видели. Там специально подгонное устройство рыбу поджимает к месту подгрузки. Потом она грузится на каплеры, поднимается тельферами, ставится на весы, отгружается в автотранспорт и уезжает в Днепр.